Всем привет, с вами Дис, и я продолжаю играть в Майнкрафт на своей термальной индустриальной сборке. Итак, я перенес Molecular Assembler Chamber, наш молекулярный сборщик, прямиком к нашему ME-контроллеру. И теперь не нужны вот эти самые ME-кейбл для питания, соединения этого молекулярного сборщика с системой. Итак, в сегодняшней серии мы будем делать такую штуку, как ME-интерфейс, подсоединять ее к печке, а также, вот сейчас мы ее сделаем, настраивать производство стекла в нем, в этом интерфейсе, а также в печке. Для вытаскивания песка нам потребуется, а точнее стекла, потребуется Basic Import Bus, для которого тоже нужен ME-интерфейс. Слизь у нас есть для создания липкого поршня. Итак, два ME-интерфейса сейчас нам потребуется сделать. Кабель есть, стекло есть. Угу. Два Conversion Matrix, тут еще железо, тут еще Flux Dust. Четыре Flux Dust'а. Два Basic процессора. Один Basic процессор у нас есть, давайте сделаем второй. Нужно золото, берем его, это есть. Redstone тоже возьмем. Верстак наш пуст, потому что его я тоже перетащил. Это здесь. Это здесь. Далее. Уже забыл, смотрите-ка. Gold ingot и силикон. Чтобы сделать силикон... Кстати, его крафт мы тоже можем настроить. Нам нужна пыль сертус кварца или нетер кварца. Сертус кварц будет нам сейчас выгоднее, потому что его у нас больше. И переплавить нужно эту пыль. Итак, используя пыль, теперь мы делаем Basic Processor Assembly, которую тоже должны переплавить. И после переплавки мы получим, наконец-то, ME Basic Processor. Этот Basic Processor мы используем при крафте Conversion Matrix, для создания которой потребуется также... Железные слитки мы берем здесь, все 48 штук, которые у нас остались, и кладем их по углам. Также потребуется флюкс даст нам потребуется для этой пыли нужен незер кварц даст. Я сделаю побольше, даже вот 3 возьму. Редстоун есть там. И нужно еще 3 пыли сертус кварца. И теперь соединяет 3 редстоуна, 3 нетер кварц даст и 3 сертус кварц даст, мы получим 6 флюкс даст. Мы их кладем в эти слоты Project Bench GUI. Добавляем к этому всему 2 сертус кварца, а также 2 нетер кварца. Нетер кварц мы кладем вниз, а сертус кварц вверх. Тем самым мы получаем conversion matrix. Да. Два ME интерфейса мы получаем, один из которых мы используем при создании обычного импорт баса. Мы должны будем настроить автокрафт всех этих предметов. Первым делом я настрою автокрафт ME Cable. Нам нужен еще один X-Dust. Но Flux Dust я уже сделал, рецепт уже выложил этого... как его? Вот этого самого. Вот его, ME Cable. А также делал автокрафт Flux Dust. Грёбаный бандикам вырубил Майнкрафт, и часть, где-то минут, наверное, последней записи не сохранилась, и это плохо. Сейчас я сказал как раз, что хочу сделать также ME крафтинг монитор, для которого нужен ME Basic процессор, который я должен был уже сделать, наверное. По крайней мере, силикон у меня здесь жарился. Неужели все сбросилось? Как же так? Я не верю в это. Нет. А, нет, вот сейчас должен у нас изготавливаться силикон, значит, последние действия у меня не сохранились. Вот сертус кварц, я только его поставил плавиться, достал кварц cutting knife, расположил редстоун, а также золотой слиток, который я сам на самом деле, оказывается, не взял.
Ну, я его точно брал. У меня пропали золотые слитки. Эй, что за вмешательство? У меня еще дюбнулся кварц-катин найф, походу. Эй. Эй. Что происходит? Хорошо. Золота-то у нас нету, в любом случае, правильно? Я вынужден буду сходить еще. За еще золотой рудой. Неужели я нашел несколько золота, совсем чуть-чуть? По-моему, там 3-4 штуки. Теперь мы можем его, неужели, наконец-то переплавить. Переплавить в гребаные золотые слитки. Гребаные золотые слитки. Для этого нам нужно взять песочек еще. Еще я хочу настроить автокрафт этих песчаных, ой, наоборот, каменных вот этих кирпичей, из которых у нас создана база. База, чтобы потом без проблем эту самую базу достраивать. Которую мы будем использовать при крафте. При крафте такой хорошей штуки, которая делается еще из стекла. Стекло у нас осталось здесь. ME Crafting Monitor. Итак, ME Crafting Monitor мы поставим где-нибудь тут, вот так. И сейчас ничего не крафтится у нас, но мы можем... View Stored Craft Table. Ага, мы же не поставили, да, ведь... Угу, мы пока не можем крафтить стекло. Нам нужен еще один бланк паттерн. Быстрее стекло здесь. Все. Так, мы получили ME бланк паттерн, который суем сюда, и мы получаем два бланк паттерна здесь. Так, один мы истратим на то, чтобы у нас создавалось стекло. Сразу выставляю то, что будет создаваться стекло, используя песок. Используя песок. Теперь этот рецепт мы суем в печку, а именно в ME интерфейс, который у нас над печкой. Вот сюда. И теперь нам нужно как-то доставать полученный результат. А доставать мы будем его вот спереди как-нибудь. Может быть, 6 штук уже есть. Хорошо. 6 штук это правда мало. Может быть, тебе чего-то другого не хватает? Флюкс даст есть. Теперь крафтим снова. ME Cable. Ну, давайте вот. Еще 6 штук. Думаю, будет нормально. И теперь он вот что крафтит. И не хватает Nether Quartz Dust и стекла. Что он скрафтил прямо сейчас? Мне интересно на это посмотреть. Скрафтил он как раз 6 штук. Ну, может быть, хочет еще 3. Может быть. Кабель проведем к нашей ME цепи. ME сети. Как-нибудь, наверное. Вот так вот. Кабель ведем. Вот без палева. Совершенно без палева. Можем, кстати, ключом забирать этот кабель МЕшный. И вот к системе уже все подключено. Теперь, если эта штука попросит стекла, то стекло будет подаваться прямо сюда. А забираться оно должно уже будет... Спереда. Или вот перед. В общем, забираться будет. Надо бы посмотреть. Теперь-то где зад? Что-то я не знаю. Вроде бы право-лево. А. Вверх, низ. Зад. Это вверх. Это право, это лево, это низ. Низ нам не нужен. Это зад. А спереда не забирается, похоже. Похоже, да, похоже, спереда не забирается. Мы расположим эту штуку сзади. Так, нужно сделать быстро, быстро. Ведь мы быстрые. Быстрые, ребята. Так. Это стекло. И подключить так. Также сломать тот кабель. Останется у нас 4 кабеля. Только дайте мне пролезть повторно. Вот так пролезу. Все, отлично. Давайте попросим еще стекла. Так, ты там что у нас крафтишь? Ничего больше? Может, ты закончил? Берем стекло и попытаемся его скрафтить. Одну штуку хотя бы. И что пойдет у нас сюда? Ничего? Сделай что-нибудь. Я хочу, чтобы ты истратил этот песок. Эта штука его переплавила, и у нас забрался песок.
Ну, давай-ка, пожалуйста. Чувак! Он будет подаваться сверху. Возможно, из-за этого. Да, из-за этого. Все, подается сверху. И забирается сзади. Сзади забрался. Все, отлично. Сзади забрался. И теперь у нас есть стекло. Стекло у нас сделалось. Nether Quartz и Flux Dust не хватает. Flux Dust у нас вот. Nether Quartz поэтому требуется. Вот, потребуется сейчас Nether Quartz, за которым я хочу сходить. А можем мы, знаете, что сделать? Еще можем мы сделать еще вот этот планк паттерн. Давайте сделаем несколько штук. А также потребуется Sertus Quartz. Точно, 3 штуки. Справляемся быстро. Как только можем, как ветер. И суем уже сюда бланк паттерн, который у нас остался здесь один, и который я, да, хотел истратить на переплавку кобблстоуна в камень. И потом из 4 камня мы будем получать... нужно переплавить еще 3 штуки. Он 3 камня забрал, да? Вот козел. Ха, хитрый. И из 4 камня мы уже будем здесь получать вот Stone Bricks. В систему. Вот так. Да. Теперь. Что дальше? Мы можем этот камень отправить в систему. Ну и скрафтить, как ни в чем не бывало, Stone Bricks. Вот так. И Stone Bricks у нас уже мгновенно получились. Можем там крышу закрыть себе. Полезный, очень полезный механизм. Сейчас, я немножко посмотрю рецепты. Мы вспомним то, что я показывал, наверное, давно. А может быть, не показывал никогда. Вспомню то, что мне нужно. Посмотрим на это. Тангстен. Вот, вольфрам все-таки. Правильно. Для создания которого для слитка нужен тангстен даст. А также 2,5, видите, 2,5 кельвинов. 2500 кельвинов. Тут нужно сходить, по-моему, в End. Ведь пыли у нас этой нету, правильно? А может быть, где-то была. Ведь частички пыли. Тунгстен. Вот эти вот частички. Тини пайлов тунгстен даст мы получаем. Вот. Перегоняя лаву в центрифуге. А, больше никаким образом, да? Получается так. И вот. Раньше можно было получить целую пыль. И было лучше. В любом случае, мы собирали это все это время сталь, только лишь для того, чтобы как раз-таки сделать улучшенные корпуса. Вот эти вот улучшенные, Reinforced Matching Casing, для создания уже вот этого. Улучшенного, короче. Забыл я. Ладно. Тут нужно 6 стали. И машинный блок, для которого нужно 8 стали. В итоге 14 стали умножить на 9. Что получится 126 стали. 126 стальных слитков нам потребуется для создания улучшенной нашей печки. Доминой. Индустриальной. Сейчас у нас имеется в арсенале не 126, а 68 плюс... 45. Почти столько, сколько нужно. 113. А еще нужно 13. Ровно 13 стали. Для создания как раз улучшенной нашей доминой печи. Тут один блок у нас скоро переплавится. Будет 9, останется 4 стали. Каких-то жалких 4 стали. И давайте, пожалуй, это как раз сделаем. 4 стали. Несложно сделать. Раздробим.
И используя пыль, а также закаленное железо, мы получим как раз то, что хотим, сталь. А здесь, вряд ли, думаю, всего этого хватит. Этого угля для до переплавки этого железного блока в стальной. Поэтому, думаю, требуется еще дерево, чтобы полностью заполнить эту криозотовую печку, коксовую печку криозотом. Тут еще вот совсем ничего, 64 тысячи скоро будет. Девать-то мне эти 128 тысяч криозота будет некуда. И поэтому я даже не знаю, что с этим печком мне пока делать. А разбирать и собирать как-то не очень хочется. Знаете, чтобы добиться температуры 2500 кельвинов, сейчас у нас в квете 1500, нам нужно улучшенный как раз-таки корпус, улучшенные корпуса, а также вставить 5 купроникельных кельвинов, ой, купроникельных колец, два из которых я вроде бы выкинул куда-то. А, нет, они лежат у меня здесь. Вот. Как раз на эту печку. Грегтех теперь такой, что нужно 5 таких вот штук. 3 из которых мы уже можем сделать совсем скоро. Даже сейчас, наверное. 4 никеля. Давайте прямо сейчас мы и сделаем, почему бы нет. 177 тысяч булыжника уже. Апатита дофигища. Угля 5 тысяч дофигища. Железо 1000. Когда я последний раз смотрел, было всего 500. Хорошо. Меди, конечно, больше. В 2 раза. Олово тоже дофига. Ой, меди гораздо больше. В 3 раза. Ну и, конечно, все это отлично. Все просто отлично. Но это еще, конечно, не прям отлично. Сертус кварц. Сколько тогда было? Я что-то не посмотрел. Сертус кварц. Мне сейчас главное сертус кварц. 300 штук. Еще 200 на базе. 500 штук тебе еще добыть. Карьерчик. И тогда заживем. Тогда у меня будет миллионная... Миллионный чип у меня тогда будет. И будет все гораздо лучше. Так, пластин. Нужно много. Как раз получится примерно 2 стака. Да, примерно 2 стака. Будет 64 и 62. Эти 64 и 62 мы переведем все на то, что нужно. Нужно 9. 9 корпусов. Угу, ясно. Ох, отлично, 117 штук. В печке, конечно, у нас не завершается ничего еще. Там всего была половина. Думаю, вряд ли что-то там стало больше. Я, пожалуй, сейчас сделаю еще больше чаркоула. Немного нечестным образом. Вот так. А то долго все это будет слишком идти. Долго очень. Еще угля сюда, и думаю, в этой серии мы как раз завершим производство всей стали, а в следующей уже будем собирать нашу печку и делать ее лучше. Все это нужно для создания генератора материи, который нам понадобится. Ой-о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 й, как? Для этого еще нужно будет скраб делать, скраб-машину. Все будет. Тратится уголь быстро, давайте дождемся прямо. Я буду смотреть на эту Blast Furnace. Кстати, да, тут вообще очень быстро этот чаркоул тратится. Не так, как в печке. Прям секунд на 5. Ну ладно, 10 хватает этого угля. Прям вообще. Ну, еще чуть-чуть. Еще нам потребуется 9 вот этих машин парц. Машин парц делаются из Refined Iron Plate. Или из Aluminum Plate, ну нафиг. Refined Iron лучше. Значит, нужно... Если 9 по 3 раза, 6 Refined Iron и 3 Electronic Circuit. Давайте сделаем это. Шин, почему я вечно называю Мачин? Эй, нет, нафиг, что ты делаешь? Что это такое? Интересно. Сейчас увидим. Все это, конечно, в системе. Что именно в системе? Refined Iron, верно. Все это забираем. И сюда. Интересно, что там такое делается с кабелем? Frequency Transmitter? Что? Нафига он мне нужен? Эй, чувак! Что за фигню ты мне сейчас делаешь? Я не хочу ничего. Какой-то трансмиттер. Эй. А вы будете вообще долго, да, изготавливать? Для чего нужен этот Frequency Transmitter? Может быть, для чего-нибудь полезного, интересного?
Пока не вижу. Да, мы его сейчас раздробим. Варварским образом. Раздробим. Прямо вот в этом пульверайзере. Раздробим и испечем заново. Фух, в следующей серии мы уже должны будем получить улучшенную печку, где сможем плавить тангстен, вольфрам. Это будет, наверное, уже через серии 2. Вот, а пока я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, читайте группу ВКонтакте. Все.